Сейчас папу буду называть по имени, посмотрим на его реакцию. Поехали. Марат, ты дописал мне песню или нет? Это что такое? Пишу, да. Споешь ее? Да, да, конечно. Нет. Хотя ты петь не умеешь, я сам спою. Как не умею? Я буду... Марат, ты футбол смотришь без меня, что ли? Что с тобой? Ты что, не проснулся еще? Почему проснулся? А кто играет? Порто, Челси. Ну, Марат, ну это мои духи, каждый раз ты пшикаешь, ну это не дело просто, ну... А ну какой я тебе Марат? Ты что целый день Марат? Ну сейчас как дам, что, давно не получал, что ли? Марат, дай ключи от машины мне в одно место, я съезжу быстро и приеду. Ну, ты надоел, да, сука, ну, подожди, Марат, да, подожди, стой, стой. Сейчас будем папе звонить. Да. Пап, я сейчас занят, позже чуть наберу тебе, позже чуть, позже. Так, да, еще раз сразу следом еще. Пап, ну я же говорю, занят, пап, ну чуть позже, серьезно, позже чуть наберу. Так это... Еще раз следом. Пап, ну занят, снимаем сейчас, давай чуть позже. Прошло 10 минут, еще раз звоним папе. Что-то не берет. Ах ты сволочь, это ты мне звонишь? Это тренд. Папа, ты слышал песню? Хочу себе синий ламборгини. Не хочу я синий ламборгини. Тарарам. А хочу Тиана 2.5. Тарарам. Почему я не могу понять? Потому что Тиана 2.5, лучше Камри 3.5. Даже лучше Ламборгини где-то раза в 5. Тиана 2.5, лучше Камри 3.5. Даже лучше Ламборгини, говорю опять. Ах ты сволочь, дай подожди. Тиана 2.5. Завтра мама приедет. Во сколько? Ну, в 2 часа. Надо будет ее встретить. О. На электричке? Ну да, конечно. А это встретишь? Да, встретит. И еще надо будет, знаешь, что сделать? Надо будет съездить. Пап, давай поиграем в игру. Тут яйцо, по очереди бьем по стакану. В какой-то момент можешь ты взять или я его взять, и чтобы не ударить по яйцу. Сейчас я тебе как дам. Ну, давай поиграем. Ну ты медленно, давай быстро. На 500 рублей. Хорошо. Да, покажи деньги. Поехали. А ты? Ты что, мне не веришь, что ли? Я выиграл? Нет, ты что? Это когда проиграет тот, кто ударит по яйцу. А? Ну я не разбил. Надо же. Как не разбил? Ну это не считает. Пап, надо на скоростях это все делать. Я видел там в интернете. Я тебе сейчас скажу. Ну, сейчас играем целый. На 500 рублей играем. Ты не хочешь 500 рублей забрать? Да подожди, да, куда лезешь? А! Болван! Я выиграл. Пятихатку забираю. Да, нет, это не так играется. Пап, дай телефон. Что ты делаешь? Зачем? Я тебе купил новый телефон, пап. Ой, я копил 8 месяцев, пап. Для тебя ничего не жалко, правда. Оп! Оп. А где он? Это он и был. Как? Сюда. Папа, ты слышал песню? Эй, принцесса, меньше стресса. Но она же не так звучит. А как? Не надо паники, мы не в Титанике. Подойди ко мне, обними скорее. Принцесса, меньше стресса, я твой любимый.